Спонсор программы – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Христос воскрес! Доброго всем вечера первого дня Светлой Пасхальной Седмицы. Друзья, здравствуйте! Особое уважение тем, конечно, кто соблюдал пост. Знамение новой жизни радует всех христиан, но вот такие люди этот праздник праздников встречают по-особенному радостно. Вновь произошло схождение благодатного огня. Считается, что год, когда верующие не дождутся этого высшего знака благоволения небес, в общем, закончатся и земные времена. Надеемся на лучшее. Друзья, наше магнитогорское времечко пока живет и здравствует, и слава Богу, как говорится. И в прямом эфире начинается очередной выпуск народной программы. Сейчас вы видите на экране в рыцарские доспехи, к чему бы это, где такая красота находится. Что хочет сказать вам ведущий народной программы? Такие вопросы наверняка возникли у многих телезрителей. Друзья, только часть из вас совершенно точно знает, что это такое сейчас было на экране, но все узнают скоро, что это за экспонат. Сейчас коротко о том, как наша информационная служба отразила новостную картину дня. Поехали. В Магнитогорске завершили состязания школьников по робототехнике. В условиях ограниченного времени нужно было успеть собрать робота с нуля, запрограммировать эту машину и максимально идеально отладить ее работу. Условия участия в городских соревнованиях полностью повторяют условия состязаний мирового уровня. Создание комфортной городской среды – приоритетный национальный проект, беспрецедентный по масштабам. Принять в нем участие – долг всех неравнодушных к своему городу магнитогорцев. Отремонтировать дворовые проезды, обеспечить освещение двора, установить скамейки и урны – это минимальный перечень работ, которые можно выполнить за счет государства. Для этого надо лишь подать правильно оформленную заявку в свою районную администрацию. Чтобы работы были выполнены в этом году, сделать это надо до 25 апреля. Во вторник, 18 апреля, в Магнитке стартует 11-й международный фестиваль оперного искусства «Viva Opera». Популярность магнитогорского фестиваля в России и за рубежом выросла настолько, что руководству оперного театра впервые пришлось проводить творческие прослушивания. Они были организованы в Риме и собрали более 60 певцов из 9 стран мира. В результате участниками фестиваля станут 11 приглашенных солистов, которые впечатлят великолепными голосами, а также точным попаданием в возрастные и психологические особенности своих героев. Завершился 9-й чемпионат континентальной хоккейной лиги. Выиграть 3-й кубок Гагарина за 4 года магнитогорскому металлургу, увы, не удалось. Но болельщики, несмотря на разочарование от исхода финальной серии, искренне благодарили команду за отличный сезон. Магнитогорская речка в прямом эфире. Друзья, сегодня 17 апреля, День ветеранов органов внутренних дел. И наши гости сегодня, уважаемые, это прежде всего почетный председатель Совета ветеранов УМВД России по городу Магнитогорску, подполковник в отставке Владимир Васильевич Паламарчук. Уважаемый человек, знают которого очень и очень многие магнитогорские. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте. И Мария Морщакина, сотрудник группы по взаимодействию со средствами массовой информации УМВД России по городу Магнитогорску. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Рад вас видеть. Просто мы сначала хотели с Владимиром Васильевичем тет-а-тет, так сказать. Вы сказали, мы всегда вместе, потому что наши ветераны – самые лучшие ветераны на земле. Спасибо, спасибо, что нашли времечко прийти к нам в студию. Владимир Васильевич, мы с вами познакомились накануне, был я в… не скажу сейчас где, позже это узнаем. Спасибо, что вы согласились принять участие в передаче нашей. И повод для этого серьезный. Я бы даже сказал два повода сразу. Ну, во-первых, вот День ветеранов органов МВД, органов внутренних дел. И, что немаловажно, спустя вот 10 дней после дня рождения вашего мы встречаемся. Так что я с праздником поздравляю и запоздала с днем рождения. Спасибо. 82 года вам исполнилось. Да. Как день рождения прошел? У нас несколько фотографий есть с Сергеем Викторовичем Богдановским, вот прежде всего. Что это вот такое было? Это накануне, это, можно сказать, накануне дня рождения. Вот это вот что? А вот это? Это уже день в день. Это в день рождения. Да. Угу. И это же. Вот что-то вручают вам. Ну, тут мы отметили, как бы, в музее истории УВД мой день рождения. Там, где я уделил много внимания созданию нашей, как бы, и ветеранской организации, и музея истории органов внутренних дел по городу Магнитогорске. Поэтому так мы, у нас уже такая традиция сложилась, отмечать юбилейные даты ветеранов в нашем музее. Ну, чуть позже об этом будем говорить тоже. Мария, вот вы сказали, я готова с Владимиром Васильевичем хоть молча просидеть всю программу, но не получится.
получится же молча просидеть, правда? Вы на день рождения присутствовали тоже? Присутствовала. Говорили теплые слова, поздравляли Владимира Васильевича. Собралось очень большое количество ветеранов, всех тех, вот, кто работал с Владимиром Васильевичем долгие годы. Конечно, Иван Васильевич Смирнов пришел. Это помощник и первый заместитель Владимира Васильевича. Более 10 лет они вместе проработали в Совете ветеранов. Вот, пришли очень много уважаемых ветеранов, все поздравляли. Поэтому, наверное, вот об этом можно говорить. Все было душевно. Очень много, да. И, конечно, все любят Владимира Васильевича, уважают, поэтому мы всегда готовы и рады очень видеть его в стенах нашего управления. Да, сегодня для беседы с вами и для звонков ваших, уважаемые телезрители, в прямой эфир на все про все у нас 45 минут, уже меньше сейчас. Школьный урок столько же длится. Вот вам, наверное, Владимир Васильевич, не привыкать в течение такого времени, вот 45 минут, да, делиться, допустим, воспоминаниями, рассказывать о боевых соратниках, может быть, милиционерах. Как часто в школы зовут вас? Зовут вообще в школу? Ну, большинство школьники к нам приходят в музей, и здесь встречи мы проводим в нашем музее. Практически мы согласовываем с ними графики. Школы составляют свой график, связываются с нами и приводят к нам на экскурсии в наш музей. Есть какая-то главная мысль, которую вы хотели бы, как уважаемый человек, ветеран, столько лет отдавший там 30-34 года службе в милиции, какую мысль хотели бы донести до мальчишек и девчонок, вот прежде всего, кроме знакомства там с музеем? Но я бы так сказал, что служба в органах внутренних дел и почетна, и важна, и она очень нужна людям для того, чтобы им спокойно, свободно жить, трудиться и проводить свободное время. Ну, это так, конечно. Уважаемые телезрители, через несколько минут готовы вам дать слово. Мало того, прошу вас, звоните 35-55-00, рассказывайте, является для вас День ветеранов органов внутренних дел праздником. Кого вы хотели бы с этим праздником поздравить? Возможно, захотите пару слов сказать и о нашем уважаемом госте Владимире Васильевиче Паламарчуке. И давайте проведем это времечко вместе. Отметить свой профессиональный праздник в кругу коллег и единомышленников в этом году смогли около полусотни ветеранов. Церемония началась с возложения цветов к памятнику солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. С праздником собравшихся поздравил начальник управления МВД России по Магнитогорску Сергей Богдановский. Пожелать вам простого семейного тепла, счастья, ну и самое главное, высказать вам слова благодарности за то, что вы сделали в свое время. С праздником вас! Поздравляю! На сегодняшний день в России около 650 тысяч ветеранов, которые в разные годы служили во внутренних войсках и органах внутренних дел. Многие из них даже после выхода на пенсию продолжают оставаться в строю, занимаются с молодыми сотрудниками полиции и передавая им свои знания. Татьяна Сараева пришла в органы внутренних дел в 1973 году в отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Спустя 3 года она перешла на работу в паспортную систему. Именно она в 1987 году выдала первый в Магнитогорске загранпаспорт. А в общей сложности Татьяна Васильевна посвятила службе более 20 лет. До сих пор звонят, получают какие-то консультации, хотя я уже отстала от инструкции, но тем не менее, знаете, имею свойство покупать российскую газету, чтобы все-таки быть в курсе всех, как говорится, законотворческих процессов правительства. В нашем городе такие встречи проводятся регулярно, и работа с ветеранами приносит свои плоды. Так недавно в очередной раз Магнитогорская ветеранская организация УМВД была признана лучшей в Челябинской области. Ну а завершила встреча небольшим концертом. Собственные песни, а также всем известные хиты под гитару исполнил начальник конвоя Александр Котов. Но я вам говорю, не унывайте, и будьте больше к радости близки. Вот что это за кукушка такая, к чему она тут поставлена была, расскажем чуть позже, как и про рыцарские доспехи. Магнитогорская речка в прямом эфире. Гости у нас Владимир Васильевич Паламарчук, почетный председатель Совета ветеранов УМВД РФ по городу Магнитогорску, и Мария Марчаткина, сотрудник группы по взаимодействию со средствами массовой информации. Владимир Васильевич, как сегодняшние мероприятия прошли? Как они обычно проходят у вас в этот день? Ну, у нас уже такая сложилась определенная традиция ежегодно отмечать День
ветерана органов внутренних дел. И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех ветеранов системы МВД России с этим замечательным праздником – Днем ветеранов органов внутренних дел. Праздник этот у нас установлен приказом министра внутренних дел Российской Федерации. Основанием для этого праздника произошло от состоявшейся первой всесоюзной конференции ветеранов органов внутренних дел, где был принят устав ветеранской организации в системе МВД, приняты положение о ветеранских организациях. Ну и замечательно, хорошо. Вы сейчас официально начнете рассказывать там про все документы, которые были где-то когда-то приняты. Вот с этого обычно начинается жизнь. Я бы хотел, вот знаете, я бы хотел узнать, с чего ваша жизнь в милиции службы начиналась. Я сейчас хочу фрагмент, чтобы мы посмотрели одного фильма советского. Ну, товарищ комиссар, с вами лучше вообще не встречаться. Бригадмелец? Бригадмелец. А где работаете? Дорожным мастером. Важно, в общем, не важно, где он работал там, дорожным мастером или кем. Важно, что я услышал слово «бригадмилец». Значит, вот это 57-й год. Я поступил в органы внутренних дел в 60-м году. Как я попал в милицию, я вам сейчас расскажу. Значит, я работал после армии. Пришел, переехал в Магнитогорск, поступил как бы в военкомат, мне предложили водителем, возил военкома. Mm-hmm. И однажды ехал я с левого берега от военкомата, значит, в сторону правого берега. По дороге меня остановил капитан, такой седой капитан милиции. Я знал, что он гаишник, потому что я ездил по городу, видел его. По пути с левого берега направо, он меня все расспрашивал, где я родился, где крестился, кем был, где учился. То есть всю мою автобиографию знал. А к концу, когда мы подъехали уже к правому берегу, он меня практически даже отругал. Говорит, имея такие данные, такой багаж знаний, и ты до сих пор не работаешь в милиции. Вот завтрашний день, чтобы ты был в кадрах, даже мне сказал, куда обратиться там, и твое место. То есть, именно Владимир Васильевич, я так понимаю, бригадмилицем вы не были? Не был, я просто был. А бригадмилицы – это, видимо, те, кто был в бригадах содействия милиции. Да, содействие милиции. Я ни дружинником не был, ничего. Я просто прослужил 3 года в армии. В армии я был последний год службы старшиной. Значит, и там я и права получил. Когда я был старшиной, мне солдаты просили, я служил в авиации, как бы нам, чтобы после службы в армии иметь какую-то гражданскую профессию. Вот тогда же нам посетил нас командующий Уральским округом, и я к нему лично обратился с просьбой солдат, чтобы создать у нас курсы водителей. Вот он дал команду, я как был старшиной, нам дали грузовик специальный, дали водителя, и все, мы практически начали готовить, вот, скажем, службы солдат, их как бы второй профессии. И с этого вот я в какой-то степени и транспорт изучил, и, можно сказать, такие, что ли, руководители, руководящие обязанности изучил, потому что старшина там на него, вы знаете, старшина – это отец порядка в армии. Понятно. Вот вы уже в армии для кого-то, в общем, стали даже учителем. А кто были вашими учителями, я имею в виду, когда вы поступили на службу в милиции? Может, с кем-то из фронтовиков, наверное, вам пришлось работать? Ну, я как бы поступил, был тогда начальником отдела кадров Балдин Иван Алексеевич. Вот я, когда попал к нему на беседу, он побеседовал со мной, и меня как-то сразу определил на оперативную работу. Меня подготовили, направили специальные курсы. Курсы я проходил сейчас в Санкт-Петербург, тогда был Ленинград. Прошел там специальную подготовку. Значит, после подготовки вернулся сюда, в Магнитогорск, и 33 года я проработал на оперативной работе. Работал по направлению такой и по линии уголовного розыска, и по линии, тогда назывался АБХСС, отдел борьбы с хищением социалистической собственности. И в последнее время пришлось заниматься мне в борьбе с организованной преступностью. Сейчас вот этот отдел как бы ликвидировали, хотя я считаю, что он был нужен, потому что он вел очень такую значительную работу по тем преступлениям, которые как бы проводят, то есть где преступники такие квалифицированные, организованные, и там нужны специальные и подразделения. Вот, смотрите, что я хотел спросить. Вот сейчас телезрители смотрят, да, слушают интереснейшие вещи, которые вы рассказываете, и не понимают, почему нет фотографий.
Почему нет фотографий, когда вы служили именно на оперативной работе? Поэтому и нет? Ну, у нас так принято вот. Было, что и сейчас, и тогда оперативные сотрудники как бы не высвечивают себя, не показывают. Потому что опер – это иногда надо где-то в какой-то среде побывать, где-то с кем-то побывать, встретиться, что-то где-то выяснить, знать. Если будут его сильно много знать, он будет... Ну, конечно. Ему сложнее будет работать. Что это за опер тогда? Это работа такая, что... Ну, давайте, я, поскольку вы почетный председатель Совета ветеранов УМВД нашего, значит, чем сейчас живет Совет ветеранов? Вы ведь его 15 лет возглавляли. 16 лет я возглавлял ветеранскую организацию с 2001 года вот до 1 января этого года, так можно сказать. У нас есть некоторые фотографии, не будем торопиться их пролистывать. Вот сейчас здесь какие-то уважаемые люди. Вами, да? Я когда стал председателем Совета ветеранов, у нас где-то было около 50 участников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день у нас только один жив, Ротану Михаилу Яковлевичу, которому на сегодняшний день идет 97-й год. Мы уже ушли из жизни, время свое берет, конечно. Но мы постарались оставить память, сохранить. Я считаю, что основная задача так же самой ветеранской организации, Совета ветеранов, оставить память о тех, кто долгие годы отдал такой сложной службе в борьбе с преступностью. Мы собрали информацию о 183 сотрудниках органов внутренних дел, служивших в годы Великой Отечественной войны и бывших фронтовиков. Значит, мы даже выпустили специальный, у нас был журнал, посвященный каждого ветерана, мы как бы осветили, его краткую биографию отдали, чем он занимался, на какой должности был, какое у него было звание. Вот сейчас даже, отмечая 25-летие ведь нашей ветеранской организации, мы вот с помощью Марии Сергеевны, с ее активным участием, тоже издали журнал «25 лет ветеранскому движению органов внутренних дел города Магнитогорска». Какие вы молодцы. Ну вот вы сейчас к Марии, значит, апеллируете, и мы видели фотографию, где вы вместе, значит, в редакции газеты, да, «Магнитогорский рабочий», по-моему? Да. Но вы и на радио ходили все, и все время всегда вместе. Мы всегда вместе с Владимиром Васильевичем. То вот. Есть все те, это была прямая линия телефонная, то есть горожане звонили нам тоже в преддверии, по-моему, или Дня пожилого человека было, или вот также Дня ветеранов. Вот, поэтому мы всегда с Владимиром Васильевичем ходим парой. Вот. Понятно. А я еще знаю, что Владимир Васильевич в материалы какие-то помещал и в журнале, да, «Ветеран МВД», по-моему. Да. Издается уже несколько лет, издается журнал «Ветеран МВД России». И практически вот в прошлом году у нас было 7 материалов в 7, из 12 журналов, в 7 журналов были наши материалы. В основном эти материалы были из жизни наших ветеранов, нашей ветеранской организации. Часть материалов готовила Мария Сергеевна, часть мы вместе готовили этих материалов. Я считаю, что в какой-то степени эти материалы интересны. И вообще мы здорово активно используем прессу. Даже нас... Я бы так мог сказать, что и Челябинск ставит нас в пример по этому направлению. И, кстати, наша ветеранская организация, вот в течение где-то 13 лет, я председателем 16 лет, 13 лет мы удерживаем первое место по итогам смотра консул ветеранской организации в системе МВД Челябинской области. Так что вот я вас поздравляю с этим достижением, Владимир Васильевич. Вам, уважаемые друзья, 35-55-00, сегодня у нас именно такой телефон. Мы ждем от вас звонков в прямой эфир. Можете поздравлять ветеранов органов внутренних дел, лично Владимира Васильевича Паламарчука с этим праздником. Звоните, ждем ваших звонков. Сейчас давайте посмотрим сюжет Надежды Наяксовой о ваших как раз коллегах-ветеранах, Владимир Васильевич. Здравствуйте, Петр Васильевич. Мы вас поздравляем с праздником. Мы вас благодарим, что вы столько лет были на страже правопорядка. Вот подготовили вам подарки. У нас тут фруктовый набор, торт. Это все центральный крытый рынок. Торт испекли в кулинарии Ассорти, так что будете... Как богато. Пить. С таким тортом, с улыбкой говорит Петр Васильевич Романов, нужно на юбилей приходить. И тут же приглашают на празднование своего дня рождения в июле. Ему исполнится 90 лет. Собраться обещали все. Родня, друзья, коллеги. Какой подарок ждать от последних, ветеран уже и не знает. Может, будет оружие в коллекцию к шашке. Вот нож дарили на юбилей. Это вот
женщину, офицеры на юбилей. Вроде я генерал. Они меня генерала присвоили. До генерала не дослужился, признается Петр Васильевич. На пенсию вышел в звании подполковника. За 25 лет работы в милиции из участкового он вырос до начальника уголовного розыска Орджоникидзевского района. На кителе больше десятка медалей. Но... Самая дорогая за победу над Германией. Так, так. Вторая медаль – это за трудовую доблесть, награжденный указом Президиума Верховного Совета Советского Союза. Во время войны в армию Петра Васильевича призвали в 17 лет. Служил он в Польше. О военных годах в биографии ветерана Романова тоже есть глава. Историю жизни Петра Васильевича на бумаге изложил его друг. В книге нашлось место и для случая, когда на тот момент инспектор уголовного розыска сам стал потерпевшим. Вечером, около часа, шел домой. Идут ко мне четверо, навстречу меня. Прижали к забору палисадника. Вырвали из-под руки, из-под мышки часы. У меня в грудном кармане пиджака был пистолет. Выхватил пистолет в карманах, выставил вверх. Они тогда сообразили, это не рядовой гражданин. Погони, перестрелки остались в прошлом. Сегодня Петр Васильевич живет в ожидании садового сезона. Пока на балконе выращивает рассаду. Заняться огородом на пенсии решила и Светлана Васильевна Клементьева. У майора в отставке появилось время на дом и семью. Знают ли дети и муж, чем, работая в милиции, занималась их жена и мама, нам неизвестно. О своей работе Светлана Васильевна обязана молчать. Спецотдел, все. Да. Вот и вся служба. Там я прослужила 10 лет, потом я перешла в правобережный РОВД. Служба в райотделе не секретна, а здесь Светлана Васильевна сначала работала инспектором по делам несовершеннолетних, а позже в паспортно-визовой службе. Нас фотографировали у знамени, как отличников милиции, я в райотделе висела на доске почета. Ветеран МВД на пенсии, как говорит сама Светлана Васильевна, наконец реализовала себя как учитель иностранного языка по первому образованию. Выйдя в отставку, взялась за воспитание внучек, а вместо себя в полиции оставила младшую дочь. Династия у нас начинается с папы, Юрков Василий Кузьмич. Он был и начальником уголовного розыска, начальником БХСС. Закончил он свой, ну, перед пенсией, он был начальником левобережной охраны. Теперь моя дочь, она в должности старшего следователя, майора в звании, закончила и вышла на пенсию. Юридический институт сейчас заканчивает внучка Светланы Васильевны. Времечко покажет, возьмут ли гены свое и свяжет ли она свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Магнитогорское времечко в прямом эфире. Друзья, наш гость сегодня Владимир Васильевич Паламарчук, а гостья Мария Маршакина. Владимир Васильевич, ветеран органов внутренних дел. Праздник сегодня у этих уважаемых людей. И дозвонился до нас Виктор Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Петрович, ну, поздравляйте. Я тоже хочу поздравить Владимира Васильевича праздником. И желаю также здоровья, чтобы, как говорится, еще много лет мы его поздравляли. Спасибо. Спасибо вам огромное, Виктор Петрович. Идем мы дальше. Еще Николай Петрович до нас дозвонился, но трубочку положил, к сожалению. А поздравить он хотел Панюкова Василия Петровича, известного вам, наверное, тоже, да? Ветерана. Ну вот, вы хотели рассказать нам о некоторых ветеранах, которые чем-то замечательны. Ну, я так бы сказал. В первую очередь, они замечательны тем, что не участники, фронтовики, участники Великой Отечественной войны, ветераны. Значит, в первую очередь я бы назвал бы Чернова Антона Емельяновича. Он работал практически много лет, проработал в уголовном розыске. Я пришел и, можно сказать, начинал именно свою деятельность где-то в близких, в том подразделении, где и он служил. И часто мы решали такие вопросы вместе. И он был как бы пример вот именно дисциплины, исполнительности.
Он прошел всю Великую Отечественную войну, защищал Москву, был трижды ранен под Москвой, в том числе ранен. После службы пришел и поступил, вначале он работал в Верхнеуральске, потом перевелся, работал в органах внутренних дел города Магнитогорска. Что я в нем заметил? Он был очень авторитетный среди цыган. Все преступления, которые совершались цыганами, а в те времена у нас их было много, и проживало на поселке Новосеверный, если знаете, то. Так вот, все цыгане уважали Антона Емельяновича. Если даже какой-то председатель городского исполнительного комитета давал какие-то там указания, они говорили так: нам надо переговорить вначале с Черновым. Для них он был авторитет. И я помню, какие серьезные преступления вот раскрывал с его непосредственно по его инициативе. В частности, я помню, даже у нас была кража, там, поселок, у нас есть за МОСом, там магазин обворовали были. И вот Антон Емельянович нашел в этих цыган, которые обворовали этот магазин. Именно он, у него было какое-то уже такое профессиональное чутье. Он, раз его у цыгане уважали, стоило ему появиться среди цыган, и он в какой-то степени умел очень четко получить точную информацию, кто это, где и какое было совершено преступление. Поэтому вот на его примере я в какой-то степени много учился. Учился тоже именно оперативной работе. Ну, на авторитетах, наверное, да, на авторитетах, действительно, людях в этой области многие краили и свою жизнь по ним. Вот вы скажите, пожалуйста, Владимир Васильевич, вот какие преступления совершались чаще всего? Вот когда вы начинали работать, я не знаю, в 70-е годы. Мне так хочется вас порасспросить о вашей оперативной деятельности, понимаете? Я понимаю, что вы засекречены были всегда. Нет, ну, но оперативная работа, она представляет в какой-то степени такой служебный, что ли, интерес. Поэтому нам мало освещается. Но преступления преобладали тогда в основном кражи, как обычно. Большинство и до сих пор, до сегодняшнего времени, в основном у нас преступления – это кражи, грабежи, разбойные нападения, убийства были. Я вот, мою бытность, насколько я знаю, у нас раскрывались 100% убийства. И только за все время моей службы я знаю, что нас не сумели раскрыть два убийства. Это было на улице Чайковского, там у нас был гражданку Лебедеву, нашли в подвале ее части тела, изрезанную. Вот мы не сумели его раскрыть. И было у нас убийство Пичугиной девушки, это по улице Магнитной, возле старого педучилища, если знаете, где было старое педучилище. Вот там эту девушку упернули ножом, вот ее тоже долго не могли раскрыть. Но где-то в течение, после 3-4 лет, когда преступник попался уже на других преступлениях, вот тогда и раскрыли это преступление. Поэтому в тот раз, в периоды статистика раскрываемости у нас была 95-97%. Угу. Хотя тогда считали, вот сегодня совсем по-другому учитывается преступление, в те годы считали совсем по-другому. Поэтому Магнитка, как бы я всегда знал, что в нас шла впереди. У нас вот такие были хорошие оперативники, которые даже в нас приглашали их в область работать. Где-то совершались такие сложные преступления. И эти наши оперативники выезжали на раскрытие этих преступлений в такие степени. Поэтому я так был уверен, что наш уголовный розыск в тот период еще он был на хорошем счету и в Челябинской области, и в городе Магнитогорске. Хотя я сейчас тоже вижу, что оперативники тоже есть сильные, которые есть сложные преступления. Они их раскрывают в течение буквально нескольких дней. Но учет сейчас ведется немножечко по-другому, чем период тех годов. Вот мы узнаем через несколько буквально минут. Нам Мария уже расскажет, каков нынче процент раскрываемости преступлений, да, и какие наиболее сейчас, в общем, если можно так выразиться, распространенные популярные преступления. Напоминаю, друзья, 35-55-00, надо дозваниваться, чтобы поздравить ветеранов органов внутренних дел с праздником. Ждем ваших звонков, и сейчас у нас реклама. Беспрецедентный проект о дизайне. Плитка самая дешевая, но уложена идеально. Об интерьере. Это вообще просто бомба, такое надо брать. Ремонте. О тех людях в нашем городе. Проект двух гениальных дизайнеров Светланы Славгородской и Виталия Любицкого, которые знают, как сделать вашу жизнь. Есть курица гриль, а есть потолок гриль. Красивой и уютной. Бюро дизайна и ремонта. В
20:00 во вторник, 18 апреля. Времечко Магнитогорска в прямом эфире. Друзья, сегодня день ветеранов органов внутренних дел. Владимир Васильевич Паламарчук у нас в гостях и Мария Морщакина. Ну вот, я перед рекламой сказал, что Мария должна рассказать нам о том, какие же, ну, коротенько, ну, минут 20-25, да, какие вот сейчас преступления распространены, от чего нужно уберегать, в общем, пожилых людей? Ну, пожилых людей, конечно, в основном хочется уберечь это от встреч с различными мошенниками. Вот буквально вчера сотрудники отдела полиции Правобережной задержали молодого человека, у которого в кармане было достаточно большое количество различных удостоверений, то есть он представлялся сотрудником любой организации, так скажем, входил в доверие к пенсионерам. Если он представлялся сотрудником треста водоканала, соответственно, делал вид, что проверяет водомеры, а в дальнейшем уже либо похищал денежные средства, либо предложил, допустим, рассчитаться, а у него только 5000-я купюра, соответственно, которая фальшивая. Вот. Поэтому, конечно, вот хочется прежде всего сказать пенсионерам одно только выражение. Это никогда никому не открывайте двери, уж тем более не впускайте. Часто мошенники ходят и предлагают различную продукцию. Ну и еще, конечно, у нас... Да, секундочку, Мария. У нас на связи телезрители есть, да? Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу поздравить вот еще Петра Васильевича Романова. Так. Я соседка по саду. А вас как зовут? Соседка. Вас как зовут, скажите, пожалуйста. Вас как зовут? Я Надежда Васильевна Ковалева. Надежда Васильевна. Вот, значит, поздравить. Еще кого вы хотели поздравить? Я Петра Васильевича Романова хотела поздравить по телевизору. Сказать, что он самый лучший еще садовод. Да, у нас... да, 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 да. Мы соседи по саду. Я хотела его поздравить. Что мы соседи по саду все поздравляем его с Днем ветеранов. Спасибо вам большое за поздравления. Я так понимаю, у нас вот была фотография, вы видели, да, перед началом? Это вот там, в саду? Да, да, это в саду у Петра Васильевича. Это же у Петра Васильевича в саду. Да, покажите вот нам, пожалуйста, летом. Уважаемые режиссеры. У нас есть, да, у нас есть фотография, и вы сейчас расскажете. Вот, вот. Вот как раз справа, да, Петр Васильевич. Да, Петр Васильевич Романов. Ну, конечно, здесь у нас Федор Александрович Булатов, Сергей Викторович Богдановский, Владимир Васильевич. Вот, то есть мы этим летом посещали ветерана, вот были в саду, там очень красиво у него, ну, самое главное, очень ухоженно. То есть вот они, я так понимаю, вдвоем в саду с супругой, ну, просто изумительная лучше красота. В городе, да. Да. Спасибо, Надежда Васильевна, что вы позвонили, что вот рассказали, что вы соседка по саду, и мы как раз к этому делу раз и показали фотографию. Ну что, я вас перебил, Мария? Я буквально два слова еще скажу, да, про кражи. К сожалению, вот у нас пенсионеры получают, допустим, пенсию, да, идут куда-то платить за коммунальные те же самые услуги, и не всегда внимательно следят за своими денежными средствами. Здесь самое главное, чтобы, ну, не стоит складывать все денежные средства в один кошелек, да, то есть желательно все-таки разложить по нескольким отделам, потому что мошенники используют различные уловки, отвлекают внимание пенсионера и в дальнейшем похищают денежные средства. Ну и, конечно, ни в коем случае. Вот у нас буквально в конце прошлой недели тоже пенсионер разместил объявление о продаже бензогенератора. И в дальнейшем уже, ну, все равно не стоит слушать те советы, которые дают злоумышленники. То есть они ему позвонили, объяснили, что ему нужно пройти к банкомату, и в дальнейшем он уже выполнял их указания, в результате которых лишился 20 тысяч рублей. Нет, надо быть внимательным и, конечно, с посторонними вообще не общаться в этом плане. Никогда. Значит, мы тут показывали и часы с кукушкой, да, и рыцарские доспехи. Это все, друзья, страшная тайна, конечно, что это такое. Это экспонаты Музея истории УМВД. Вот, Владимир Васильевич, и вы, Мария, да, тоже расскажите, что у вас, какие мероприятия проходят в этом музее, чем он знаменит, чем он, может быть, отличается от других музеев? Ну, музей предназначен для, в первую очередь для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение молодых сотрудников. На таких патриотических началах осваивать азы служебной деятельности. Поэтому, встречаясь, допустим, со школьниками, все, мы их в какой-то степени используем как бы в таких порядках, чтобы привлечь молодежь к поступлению в учебные заведения в системе МВД. Вот здесь даже я могу подсказать, что в системе МВД есть свои учебные
учебные заведения, которые значительно имеют лучшие условия, чем другие высшие учебные заведения. Кстати, вот в нашем системе МВД, значит, стипендия для учащихся 15 тысяч рублей плюс на всем государственном обеспечении. Это не во всех таких учебных заведениях такие имеются прекрасные условия. Поэтому мы, привлекая молодежь, мы в какой-то степени используем музей именно для того, чтобы привлечь молодежь. Понятно. Но поступления. И без работы не останутся молодые люди, я так понимаю, если пойдут учиться на полицейского. Да, на полицейскую. Валерий Васильевич, ну вы вместе с Александром Емельяновым, директором музея, провели для нас мини-экскурсию. Сейчас будем ее смотреть. Вас, друзья, прошу, звоните 35-55-00. Поздравляйте ветеранов УВД с праздником. Музей наш начинается с того, что вот первое, что мы сумели создать, это боец, солдат, красноармеец, так можно я назвать, в Буденновке, который был на здании органов внутренних дел или управления внутренних дел, которое располагалось по почтовом переулке 9. И здесь у нас стена памяти, посвященная всем сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. А с этой стороны это ветераны, участники Великой Отечественной, сотрудники органов внутренних дел, которые погибли на фронтах войны. Когда создавалась Магнитогорская милиция, то практически своих сотрудников не было. Было первое отделение, находилось сейчас поселок Старая Магнитка, тогда он назывался поселок Магнитный, и там было где-то 10-12 человек отделения милиции. Они как бы обслуживали тех людей, которые начали прибывать в город Магнитогорск. На троих сотрудников внутренних дел была одна шинель, одна лошадь была и две пары сапог. Это натуральная форма одежды милиционера до военного периода. Отдал им, подарил, можно сказать, в музее Сергей Тихон Максимович. Если в других я был в музеях, то они заказывали, где-то шили, а у нас вот эта форма самая натуральная, вот это все, как был милиционер, ходил, каким он был в довоенный период. Довоенный период у нас была конная милиция. И каждому, кто был милиционером, кто использовал лошади в своей службе, выдавались такие шпоры. После войны, в некоторый период, ближе туда, к 50-м годам, после 50-х годов, милиция стала переходить в какую-то степень на механический транспорт. И мотоциклы выдавались. Мотоциклы выдавались, у нас вся служба и ГАИ пользовались ими, и даже участковым некоторым мотоциклам давали. И это самый любимый экспонат школьников. Когда они сюда приходят, каждому надо посидеть на нем, каждому надо сфотографироваться. Я считаю, что я был настоящим коммунистом, хранил всю жизнь эту учетную карточку в себя после того, как она попала ко мне в руки. И сегодня я ее торжественно вручаю директору музея Александру Ивановичу. Пусть она хранится и будет как... Владимир Васильевич, огромное спасибо как создателю музея и хранителю музея, то есть как ветерану за эту драгоценную реликвию на сегодняшний день. Мне музей очень нравится, я люблю эти музеи. Вот это часы памятник, 7-40 лет даю подполковую милицию Александру Ивановичу. Это значок Дружинников, 70-е годы, это 80-е годы, я работал. Я решил тоже подарить музей. Спасибо. Данный стенд, витрина, посвящена начальнику ГАИ города Магнитогорска Баканову Владимиру Петровичу. Он сам подготовил экспозицию о годах войны, фотографии. Имеет ранение, дважды горел в танке. Берет девушки-инспектора, которые на перекрестках
на каких-то дорогах регулировали движение транспорта, танков, пеших колонн воинских. Коль дежурной части 70-х, 80-х годов, когда дежурный мог разговаривать сразу с несколькими абонентами одновременно. А также у нас есть 60-х, 70-х годов телефонный аппарат. Вот фотоаппарат «Елочка». В интернете, если вы найдете, только фотографии, где черным по белому записано «Засекречено». Снимаем, проявляем, фиксируем и на экране просматриваем изображение. Это противогаз, который я держу с трепетом, изъят или раскопан на месте боевых сражений. Наших милиционеров, которые ушли на фронт, или просто какого-то солдата. Все экскурсии по музею заканчиваются здесь, около этой стены, где прописаны все фамилии наших работников милиции, ушедших на фронт. Ну, да простят нас, особенно нетерпеливые зрители народной программы, что мы столько времени уделили музею у МВД. Но я считаю, что это вот нужно было сделать. Тем более, что этот материал вы теперь отправите на конкурс музеев. Да. И будем держать кулачки, чтобы ваш музей занял первое место. Будем надеяться. Как и положено ему по статусу. Евгений до нас дозвонился. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Евгений, огромное вам спасибо, что дождались выхода в прямой эфир. Пожалуйста, поздравляйте, кого будете поздравлять? Мне бы хотелось поздравить также Романова Петра Васильевича, моего давнишнего знакомого, ветерана войны, ветерана труда и ветерана, так сказать, органов. Этого живого человека, которому скоро 90, знает, наверное, весь город. Это легенда органов. Большое спасибо вам, Евгений, за поздравления, за то, что вы дозвонились. Я вот хочу сразу же сейчас сказать, потому что уже времечко для этого после, наверное, не будет. У меня два билета есть. Я вас травить перед этим не стал, как бы. Но вот у меня есть два претендента, кому я, собственно говоря, эти билеты готов отдать. Это в джаз-синема, друзья. Вот. Евгений, вы сможете забрать билет. И Надежда Васильевна, которая дозвонилась и тоже поздравила Петра Васильевича Романова. Он у нас сегодня... Еще одна звезда в эфире вместе с нами. Значит, я знаю, Владимир Васильевич, Мария, уважаемые, значит, что у вас есть задумка, ну, не знаю, у вас, не у вас, поставить, значит, памятник, да, какую-то скульптурную композицию, посвященную милиционеру. Сотруднику органу внутренних дел. Мы так обобщенный такой, что ли, памятник планируем сделать, как бы всем сотрудникам органов внутренних дел, чтобы оставить. У нас сейчас есть памятник учителю, памятник есть дворнику, и у нас в плане есть сделать памятник сотруднику органов внутренних дел. Он будет как бы обобщенный памятник тем, кто людям, кто всю свою жизнь посвятил служению именно органах внутренних дел, служению порядка, наведению порядка в нашем городе. Я знаю, даже и место выбрано уже, но вы не хотите об этом говорить, не да? Не будем пока говорить, да. Мы бы с Владимиром Васильевичем посмотрели, нам бы очень, конечно, хотелось, но пока это пусть будет такая небольшая тайна. А что нужно тайна для того, чтобы вот движение пошло в этом направлении? Движение уже есть. Есть уже, да. Да. Поддерживает в этом направлении, да. Поддерживает городская администрация, поддерживает городское собрание, поддерживает, в частности, Морозов поддерживает эту идею тоже. Он бы, можно сказать, в какой-то степени и не сам инициатор чтобы создать такой памятник. Поэтому сейчас изучается вопрос. У нас есть уже эскизы такие приблизительные, каким он должен быть этот памятник, что он должен собой представлять. Возможно, вы видели в газете, уже даже фотографии такие были, набрасывались, как он должен выглядеть. Но я считаю, что раз сотрудник милиции, первая его задача – это владеть информацией, потому что, можно сказать,
Полиция не так карательный орган, как орган, который должен все фиксировать, все собирать, все эти сведения. Угу. Поэтому я и предлагал эскиз такого памятника, чтобы это был сотрудник органов внутренних дел, ну, может, в звании капитана. Больше всего, чтобы у нас самый народный такой участковый, это такая служба, самая такая загружена, самая близкая. Ну, который, в общем, все время с людьми. Что мы сейчас потихонечку будем закругляться, хоть и 45 минут, а на самом деле не так уж и много с такими замечательными гостями. Мария, значит, вам сначала слово предоставляю для поздравления всех ветеранов, а потом вы. Конечно, в этот праздничный день мне бы хотелось поздравить всех-всех наших ветеранов от имени начальника управления МВД России по городу Магнитогорску Сергея Викторовича Богдановского, от всех руководителей, от всего личного состава, пожелать прежде всего здоровья. И всегда мы готовы помочь нашим ветеранам в любую минуту. Поэтому пусть у них будет самая лучшая жизнь, пусть у них будет самая неиссякаемая энергия на долгие-долгие года. И, конечно, пусть у них будут мечты, которые обязательно-обязательно сбудутся. Владимир Васильевич. Ну, я хотел бы даже вспомнить многих тех ветеранов, с кем я проработал длительное время. Но время не позволяет. Вот. Но у нас есть такие замечательные ветераны, которых я до сих пор помню. Был Логинов Григорий Петрович, полковник милиции, который когда-то был в Сибири учителем, сельской школы учителем. Прослужил всю Великую Отечественную, прошел. И впоследствии очень длительное время работал органом внутренних дел. Он был, можно сказать, стоял в истоков создания ветеранского движения. Он начинал его, создавал как бы книгу памяти о ветеранах органов внутренних дел. Ну вот его вы упомянули. Это очень хорошо, вы это хотели сделать. Да. У нас одна минутка ровно остается. Ну что, я хотел бы пожелать такого семейного благополучия ветеранам органов внутренних дел, чтобы они всегда были жизненно активными. Потому что я замечал, если пенсионер как бы отключается от всего, он быстро сдает. А люди, не которые надо. Ведут активную никогда жизненную не надо позицию... отключаться, все правильно. Надо быть бодрыми, как вы, в 82 года. Владимир Васильевич, я поздравляю вас от всей редакции, от телекомпании ТВН с этим праздником замечательным. Мария, огромное вам спасибо, что вы пришли, морально поддержали Владимира Васильевича и украсили собой наш эфир. Еще! Чтобы не забыть, потому что уважаемым людям Клементьевой Светлане Васильевне, Петру Васильевичу Романову подарки предоставили к этому празднику руководство Крытого рынка. Они всегда с нами сотрудничают и будут сотрудничать впредь, а мы им всегда благодарны за это. Всего вам доброго, друзья, увидимся. Спонсор программы – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».